Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. И как ты видишь, у нас закончился турнир. Так, три звездочки в мастере. Так, и мы забираем наши награды. Так, 9600 сюрикенов. Так, морзинная кошка, 50 ДНК, 90 золотых осколков и 75 платиновых. Отлично, плюс забираем здесь награду. И переходим. А куда мы с тобой переходим? Ну, для начала давай забежим в магазин. И что? Что мне в магазине нужно? Да ничего. Абсолютно ничего. Так, ребят, стопэ. Мы с вами договорились, что будем качать Алапекс. Так что покупаем 3 ДНК. Отлично. Так, заберем здесь награду. За открытую колоду, да? Так, секундочку, ну золотые осколки, я думаю, что я за кадром буду набивать. На турнирной арене, как ты видишь, в награду идет змея-карай. Она мне не нужна. А вот здесь что у нас, давай посмотрим. Так, сплинтер тоже мне не нужен. Городская война. Кто у нас здесь будет? Так, вот этот Рокстеди мне нужен. Погоди-ка, а вот этот Шреддер нет. То есть только лишь один Рокстеди, серьезно? Так, а здесь у нас кто разыгрывается? Леонардо, так, королевой. Рафаэль, Донателло и Кожеголовый. Окей. Так, ну что, ребята, приценились, как говорится, посмотрели с тобой обстановочку. Вроде бы так себе. Хотелось бы что-нибудь, конечно, получше. Блин, мне нужно было посмотреть, наверное, рекламку, получить. Хотя зачем, ребят? Сегодня у нас будет арена, мы сегодня должны с тобой бустануть. Время 5 часов, я думаю... Часик с небольшим прошел после отката. Это ничего страшного. Ну что, друзья мои, поехали, тогда будем приступать. Турнирная арена нас, как говорится, встречает. И мы сразу с тобой берем Мустафу. Сразу же, моментально просто. Шемин там, я тебе скажу даже. Так, я вижу здесь 19 уровень у Карайки, у остальных 17-18. А у нас, как всегда, ребята, не ниже 30-ки. Не ниже. Так, ну что, сейчас я этих охламонов быстренько разберу. Начну... Тихо ты, Карайка, успокойся. Что ты делаешь? Я не могу понять. Что ты вот выпендриваешься здесь? Объясни-ка мне на милости. На, получи, отдохни. Так, Дуэнни, давай-ка мы с тобой, наверное, массовую атаку бомбанем. Может быть, постепенный урон повесишь. Есть такое дело, отлично. Размахался, ты посмотри на него, а? Махун тоже мне тут нашелся. Все, поспи, чутка. Ну что, ребята... Как обычно, первая победа идеальна. И я думаю, так же будут все остальные. И попробуем сегодня проиграть без фейла. Да? Потому что в последнее время мы зачастили с вами хоть один бой, но сфейлить. А сегодня я сконцентрируюсь и попробуем пройти с тобой идеально. И я смотрю, у нас тут Джек Дэниелс. Отлично. Значит, будем с ним сегодня драться. Ребят, ну, Джек Дэниелс, это называется вид вискаря, так. Не знаю, почему он выбрал именно такой никнейм. Ну, может быть, ему нравится, фиг ее знает. Так, ну что, ребята, начнем потихоньку. И Лео будет первый у нас, кто всклопочет. Так, давай, Леонардо. Ты вич, слабенький, слабенький. Так, надо уничтожать. Бумс, готово. О, даже Пита не пробил. Салабон. А ну-ка. А мы с тобой, как всегда, на высоте. Мы красавцы просто-напросто. Ну что же, продвигаемся с тобой далее и смотрим, кто нас будет радовать следующим. Так, воин 3 звезды, шикарндос. Так, давай-ка полюбуемся. Так, я сразу смотрю, ребята, на кубки, сразу же. Если мы хотим с тобой бустануть, нам, естественно, нужны... Какие 10-10? О чем вы, ребята? 10-10 они мне здесь подсовывают, ты посмотри на них, а? Без стыда и совести. Нет, так не годится. Че, 11-12 это максимал, что ли? Давай мне что-нибудь пожестче, например, там 11-13 или 12-13, как у вас там это работает все. Нет, ни шиша подобного. Хорошо, я возьму тогда Элдера. Все, договорились. Ты смотри-ка, тут уже уровень-то 22-й, а у нас 40-й? Нет, 35-36-й. Да, Рок, кстати, как говорится, в костюме кролика 40-го уровня. А значит, это сулит нам победу. Ну что, давай-ка мы, наверное, с тобой начнем с Макмана. Паршивца этого, на тебе. Так, добьешь, родной? Еще как. Ой-ой-ой, Карайка напугала меня, господи. Ну-ка давай, Гидрант, с тобой. Нате-ка вам.
Неплохо, но слабо, ребята. Хотел, чтобы он сразу их валил всех. Так, Крис Брэдфорд, защиту делает дополнительную. Нет, это был баф. Да, это был баф, но он ему не поможет. Ну что же, красиво идем. Я надеюсь, мы так с тобой сегодня всю ареночку пробежим. Не знаю, ребят, если у нас быстро все получится, может быть, мы даже с тобой заценим одно из испытаний. Ну, а тем не менее, мы с тобой переходим в элиту. Одна звезда. Что может быть лучше? Да ничего. Что у меня в магазине тут моргает? Понял. Колоду можно же было бы открыть, да? Слушай, подожди, я задание-то не выполнил? Ну, конечно же, нет. Давай начнем. Пробежим с тобой быстренько сейчас серию испытаний. Мы с тобой за это будем получать, ну, ты сам знаешь, да? Откатики. Немножко долларов. Так. Ну что? Ах, вы мелкие маузеры, а? Паршивые. Так, давай-ка мы с тобой сейчас попробуем этого халабуду быстренько уничтожить. Хотя тут и пробовать нечего, мы его сейчас быстренько ушатаем. Так, он сопротивляется, конечно же. Все, переходим на вторую волну, смотрим, кто у нас тут. Ага, Хан, Кирби, грибы. Начну, пожалуй-ка, я с Хана. Так, а постепенный урон не повесили. Так, маузеры, выручайте, пожалуйста, меня. Красивенько. Так, дальше будем попробовать мутагеноиды с тобой валить. И у нас это получается плюс Кирби. Все, ребят. Отлично прошли. Мы им даже практически не дали шанса на ход. Просто распетрушили. И это не может не радовать. Ну ладно. Так, дальше мы с тобой продолжаем искать. У нас, правда, откатов мало. Телепортов, точнее. Продолжать на Шредера нашего искать элементы. Сразиться в боях? Ну, это понятное дело, да? Где он? Вот. Так, для того, чтобы прокачать ему сердцебиение, нужно еще найти 5 палочек. Поехали. Раз. Два. Три. Ну что ты сразу начинаешь? Три, четыре. И последние палочки, 5. Все, ребята. Прокачиваем до 4-й ступени. И смотрим, что нам дальше нужно. Ох, ё-моё. Так, ладно, джойстики, я думаю, мы с тобой найдем. Там 3 штуки нужно, да? Хотя не в золотой. Ага. В золотой, ребята, каемочки в такой. Значит, это не так легко будет, как хотелось бы. Так, ну одни мы нашли, а нам нужно еще 2, да, получается. Все, ребята, кончились, не кончились у меня, а выполнили мы с тобой задание. Будем продолжать уже в следующей серии искать. Так, и поднять уровень персонажа. У нас с тобой сколько мутагена? 21 тысяча. Я думаю, нам хватит апнуть Шредера. Отлично. Так, 66 уровень он получает. Ну, а мы с тобой забираем все награды и возвращаемся на арену. Потому что арена у нас еще с тобой не закончена далеко. Так, здесь будем... Подожди-ка, 12-13, а что-нибудь посерьезнее можете мне дать? Нет? Опачки, 12-14, это у нас Слава, Вячеслав. Ну что ж, я очень рад, что есть еще ребята, которые могут, как говорится, мне помочь в быстром, как говорится, продвижении. Ну что же, поехали. Кролики, да, скачут. Маузеры в виде кроликов. Ну что, начнем, как обычно, ребята. А, массовая атака есть, все. Сразу с нее начинаем. Ну что это такое? Так, Рафаэль тут как бы нам не нужен, если честно. От него надо избавляться. Есть контакт. А дальше кто? Ну давай попробуем, наверное, убрать хиллера отсюда. Ну-ка, Бибоп. Отлично. Так, можно поставить защиту, а можно, в принципе, вот так сделать. Ух, даже не попал. Так, Рокс иди тут начинает выпедриваться. Да, у него была массовая атака. Ну-ка, давай-ка сделаем таким вот образом. Шинигами? Добьешь ты его? О, красавица. Ну что, ребята, мы с вами двигаемся дальше. Так, элита, 2 звезды. Это уже приятно. 85 место. Так, продолжаем нашу эпопею. И здесь я хочу взять... А дадите мне 13-15, нет? Вряд ли, скорее всего.
Вот дают 12-14, и все, и хоть... А, вон, 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 было, было, ребята, ну... Так, значит, все-таки можно получить, да? Сейчас, ребят, подождите, вот, есть контакт. Энзо. Ну что же, а у него, смотри, какой уже уровень, 32-й по максималке идет. А у меня, если посмотреть... А у меня 40-е, слушай, ну я думаю, должны мы с тобой здесь справиться. Лишь бы не упасть, как говорится, в грязь лицом. Сегодня я хотел пройти и хочу до сих пор пройти без фейла. Так что будем стремиться. А чтобы пройти, друзья мои, без фейла, нам нельзя рисковать здесь, понимаешь? Риски нам здесь ни к чему. Так, Мундагека, хорош тут, успокойся. Поставь ускорение, ну-ка, бросай-ка. Отлично. Так, дальше, наверное, мы еще с тобой бросим гранатку туда. Минус двоечка, и Магман, скорее всего, их добьет всех. Да. То, что я хотел, ребята, то и получилось. Ну что же, поехали дальше. Не будем останавливаться на достигнутом. Если все вот так вот будет идти с тобой на изи, да? Ёлки-палки, элита 3 звезды. То мы еще успеем с тобой по времени зацепить одно из испытаний. Смотри, 13-15 уже дают как должное, да? И это у нас Оксаночка. Я, ребята, нисколько не сопротивляюсь и не буду против. Уровень, как ты видишь, у нее здесь 36-й, это максимальный. А у меня еще до сих пор 40-й. Даже уже мы с тобой приближаемся к 45-му уровню. Единственное, что я тебе скажу следующее. Несмотря на то, что у них маленький уровень, но если у них прокачаны скиллы, они могут мою армию ушатать. Поверь мне. Это уже проверялось неоднократно. Так, неплохо. А ну-ка, подобьешь хоть кого-нибудь своей бомбочкой, а? Да ладно, ты серьезно? Ё-моё. Так, снял, что ты там снял? О, кофемашина, давай. Бабах, минус двоечка. Это прекрасно, ребят. Теперь бросаем гранаты. И... прекрасно. Я просто, ребята, обожаю массовые атаки. Именно тем, что они уничтожают не одного противника, а сразу толпу. И это круто. Так, мы перейдем. Да, мы уже с тобой в самураях. Ну, правда, сотое место, соответственно, нам надо. Нам придется, наверное, не один бой здесь сделать, а минимум два, чтобы перейти в самурай 2 звезды. Но это ничего страшного. Так, возьмем с тобой Андрея. Там есть фар, конечно, был какой-то, но я хочу Андрея победить. Раз, два, три, четыре, пять. Так, ну что же, давай. Тут кожеголовый, слэш. Ну, очень много массовых атак. Начнем, наверное, вот так вот. Давай, маяки. Ну что это за урон? Ну, господи, ну посерьезнее как-то не мог. У слэша нету массовых атак, поэтому придется вот так вот делать. Поехали. Добьешь? Красава. Ну, Крэнк, ты-то, главное, не подведи меня. Вжарь хорошенько им. Ну, а тебе остается только лишь добить, парень. Да, и у него это получается. Ну что, друзья мои, я скажу. Очень хорошо идем. Ни одного фейла, тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, как говорится. Продолжаем. Так, сотое место было, становится... Ага, 33-е. Так, я вижу, здесь 14-17 у нас есть. Это Амра и Дазай. И я, наверное, возьму Дазая. Так, а тут смотри, тут уже есть, ребят, небольшая опасность. Уже 41 уровень, а я перешел только на 46. И я, наверное, сделаю небольшую перестраховку в виде, знаешь, кого? Нет, не мухи, конечно же. Так, дай подумать. Давай, наверное, вот так сделаем. Нейтрализатор, тем более платиновый, с прокачкой скиллов. Слушай, у него уже гранатомет прокачан или нет? Вот этого я не помню. Хм, по-моему, нет. Ну ладно, будем надеяться на его платиновый ранг. А вот то, что Майки сейчас усилил команду, это, конечно, плохо для меня. Так, убирать надо, наверное, кого? По идее, Рафаэля, потому что он хиллер. Да и массовая атака у него такая не кислая. Ой-ой-ой. Ну-ка, нейтрализатор. Шикарно просто, ребята. У него получилось то, что я хотел. То есть он бомбанул практически весь отряд. Там остался один, мы его уже потом уничтожили. Все. Нейтрализатор не подвел меня. Отлично, друзья мои. Ну, а мы с тобой тем временем нырнули уже в самурай 2 звезды. Поехали дальше.
Так, а здесь, смотри, есть 14-18 Арарат и есть Йонг. Ну, я возьму Арарата, наверное. Опять же, придется нам кого-то брать из имбовых. Раз, два, три, четыре. И кого же нам взять? Наверное, Змейка Вьюна придется на этот раз. Не хочу подвергать наших персонажей рискам. Так, давай, поехали. Алапекс. Угу. Ну, Змейка Вьюн, твой выход. Давай, делай. Отлично. Понижение атаки сделал. А Хан делает, гаденыш, мне понижение брони. Но опять же, не всем. Одному только лишь. И это круто. Попробуем убрать с собой Рафаэля сейчас. Отлично. А дальше выпустим волну Леонардо ролевым. Смотри, Кошетик выжил. Он в инвиз уходит. Ну, это всегда, ребята, я не знаю почему. Первым ходом он всегда уходит в инвиз. Естественно, если он здесь один, как говорится, остается на поле боя, мы его видим, несмотря на то, что он уходит в невидимость. Так что двигаемся с тобой далее. Так, самурай, 3 звезды. Отлично, ребята, 97-я позиция. Окей. Так, у нас с тобой еще 13 откатов есть, если что. Ну, тратить я, наверное, не буду их сегодня. А дадите мне 14-19. Наверное, не дадут. Ладно, бог с ним. Возьмем с тобой Дениску. Вот, Денька. И Денис у нас будет... Какой, кстати, у него? 46-й. А, 47-й. Максимальный уровень, да? Давайте-ка не будем рисковать. Возьмем с вами Шархана. Его массовая атака с понижением брони. Я думаю, здесь будет очень кстати. Тем более, он должен ходить первым. Проверим. Так, прекрасно, ребята, прекрасно. Теперь только надо разбирать их. Карайка будет ходить первой, я думаю. Ну-ка, ушатываем ее сразу. Норма. Ну, Майки хитер, а? Делает усиление атаки на команду. Тихо-тихо-тихо. Ну, пошло. О, он очищение делает. Ё-моё, ты прикинь. Это не есть гуд. Так, иммунку еще повесил на себя. Ну что, у нас с тобой не очень большой выбор. Давай попробуем звездануть. Нормуль. Так, холодильничек. В кого там у нас? В Рафаэле? А, в Майке. Да ладно, а дрон сработает? Как-то все очень слабо, друзья. Но, тем не менее, мы с тобой выигрываем. Вот массовые атаки вроде бы есть, да, но так как, ребята, у них нет прокачки соответствующей, да, там они как у, наверное, первого-второго разряда, а нужно как минимум четвертого-пятого, чтобы вообще идеально бомбить. А лучше, конечно, шестого. Ну да ладно, нам это не мешает, ребята, продвинуться дальше, и мы уже на 42-й позиции. Так, смотрим. Йонг. Так, Матеус. Ну давай возьмем Матеуса с тобой. Матеус, раз, два, три, четыре. Так, у меня полтинники уже идут, а у него 45-й максимальный. А здесь, я думаю, Джастина будет, надеюсь, вполне достаточно. Я как-то помню, взял Джастина, да? Тоже думал, команда, фигня, разберем. А в итоге получилось, что мы сфейлились. Ну что, проверочка? Ой, как прекрасно, ребят, как прекрасно он сделал. Так, Майки уничтожает, ушатывает Рокстеди. Так, дальше у нас такой будет удар. Ну и попробуем веером. Да ладно тебе, Эйприл. А так. Вот. Мутагеноид, как говорится, своей кислотой уничтожил Донателло. И мы двигаемся с тобой дальше. Персонажа у нас еще довольно немало. И вот мы уже с тобой в Сёгунах. Ну что, попробуем до Сёгуна трех звезд добраться сегодня. Так, выберем, наверное, Ромку. Полтинники у него уже идут, прикинь. 50-й уровень. Слушай, я, наверное, не буду сильно рисковать. Я возьму здесь Паукуса и... Нет. И Зека. Вот так вот. Не хочу фейлиться. Я обещал пройти сегодня идеально. Так, Хан, Раф, Майки. Еще один Майки. Так, бросаем бомбочку, конечно же. С нее начинаем. Так, Паукус продолжает танец.
И здесь начнем вот так, ребята. В первую очередь Рафа, а потом уже и Майки. Я думаю, должно получиться. Все, ребята, круто, очень круто. И мы с тобой двигаемся дальше. Если мы сейчас Йогун первую и вторую звездочку получим налегке, то на трех звездочках мы с тобой и остановимся. Так, смотрим, какое место. 41-е, прекрасно, ребят, прекрасный результат. 15-19. Я думаю, что возьмем мы с тобой, наверное, Евгения, да? Тут я, наверное, возьму все-таки Леонардо. Друзья, одного Лео будет достаточно. Верно? Верно. А на второй поединок можно, в принципе, взять будет Усаги. Или же Бакстера Стокмана. Так, давай. Отлично. А могу вообще просто брать сейчас на одних откатах Леонардо и отыграть всех. Но это будет немножко несправедливо, я считаю. Так, а мы с тобой в Сёгун. Конечно же, две звездочки. Местечко у нас 91-е. Продолжаем. Так, берем с тобой, наверное, Юльку. Возьмем Юлю и Армагона. Тихо, Донни, куда лезешь? Возьмем с тобой Армагона. Раз, два, три, четыре. Да я думаю, вполне этого хватит. Армагон никогда меня не подводил. По инициативе он тоже, ребята, вроде бы не слабый, да? Будет ходить первым. И сразу всех, наверное, шатает. Красавчик. Ну, как тут, ребята, поспорить, что он не красавчик? Конечно же, молодец. Всех бомбанул сразу же. Так что продвигаемся с тобой далее. А далее у нас какое место? О, 47-е. Прекрасно. Так, выберем с тобой, наверное, Кирюху. Кирюху берем Усаги. Ну и отыгрываем вот этих вот ребят. Слушай, я думаю, что Усаги... Подожди. А какой уровень врага? 61-й? Ё-моё, слушай, я, по-моему, немножко недооценил. Сейчас посмотрим, как Усаги сработает. Твою ж налево, это же опасно, ребят. Хотя все изи. Я, честно говоря, что-то подумал, 62 уровень. Обычно у нас, ребят, какие-то проблемы с ним. Леонардо, например, не может сразу. Он может, ребята, не добить, скажем так, 62-63 уровень. Но Усаги, как видишь, все отлично сделал. Но мы до сих пор еще с тобой в двух звездочках. Ладно, давай мы с тобой будем это все дело исправлять за счет Паулы. Так, раз. Два. Подожди. Раз, два. Как думаешь, я здесь очень сильно рискую? Мне кажется, нет. 80 уровень, ну... 60-й в любом случае не сможет пробить, согласись. Давай смотреть. Так, бросаем кунаи. Как всегда, слабый удар этот. Опачки, а майки-то усиливают команду. А вот это, ребята, мое упущение. Так, волну. О, ну тогда прекрасно. А так сможешь добить? Да, одного. Ребята, видите, он делает, когда свой суперудар, у него автоматически понижается меткость. Вот это, конечно, большой минус. Я не знаю, для чего это так сделано. То есть он как бы делает суперудар и в то же время понижает себе меткость. Странный, конечно. Супер Шреддер, и я нас поздравляю. Мы, ребят, с вами в Сёгуне 3 звезды. Но персонажи у нас с тобой еще есть. Может быть, даже зайдем и в мастер. Хотелось бы, на самом деле. И здесь я возьму Ромку. О, опять Роман, ребята. Тут как тут. Ну что, раз, два, три, четыре, пять. Четыре, пять, да? Наверное, нам с тобой придется все-таки еще делать один поединок. Потому что есть персонажи, которые не отыграли свою роль в этой пьесе, да? Ну что, с уклонения начнем. А с другой стороны, зачем? Нам этого, наверное, не надо. Хотя надо. Шреддер, друзья мои, 70 уровня, слабенький. Так, теперь провокация. Дальше идет суперудар от Шреддера. Ой, как хорошо-то. Так, ну что, массовиков бомбим. Надо было морзилку бомбить. А, нам хватает, да? Отлично, все, они лишились хила. Крис Брэдфорд тут делает доп. Защиту. Макман плевок свой.
Донни повышает крит-атаку, да? Поехали. Минус. Минус. Так, интересно, добьет? Нет. Макмана вряд ли он ушатает. Хотя все у него получилось. Ну что же, я нас с этим поздравляю. Еще один поединочек у нас остался с тобой в закромах. Естественно, будем его, ребята, использовать. И мы с тобой перейдем в мастера. Это как пить дать. Ну что же, возьму я, наверное... Да подожди ты, а можно кому-нибудь посерьезнее там? Вот, было 16-22. Опять прозевакал. Опять прозевакал, а? Вот. Да ё-моё, опять был... Ладно, сейчас, друзья мои. Так, это у нас Димитриус. Ну что ж, давай возьмем его. Так, Донни. Сплинтер. Ну, а вместе с ними пойдет у нас Усаги, Леонардо. И точно мы всех с тобой отыграли? Да, всех, ребята. Ну, давай возьмем, к примеру, ну, Армагона. Все, ребята, это наша последняя битва на арене. Ну что, я не завидую, конечно, этой команде, если честно. Потому что, ну, сейчас будет просто лютый разрыв. Смотри, что творит. Сейчас Усаги сделает. Тыч. Так, и, конечно же, Леонардо. С полоборота всех уничтожит. Вот, и весь тебе ответ. Ну что же, а мы с тобой заканчиваем на этом нашу лигу. Неплохо я тебе скажу, кстати, что мы бустанули. Смотри. Мы переходим с тобой в мастер, одна звезда. 78-я позиция, отлично. Ну, ты сам прекрасно понимаешь, что завтра меня опять сбросят отсюда куда-нибудь там в самураи, как пить дать. Ну что, давай попробуем, наверное, с тобой пройти одно из испытаний. Я хочу, знаешь, какое попробовать? Ну, давай вот это вот. Городская война, свет в темноте. Так уж и быть. Кого нам? Ой, нам дают здесь, ребята, практически всю имбу. Я, наверное, майки уберу и возьму вот так вот. Это круто. Тут мы, наверное, с тобой все-таки даже пройдем это испытание полностью. Так, я ставлю, ребята, автобой, потому что здесь, ну, сам понимаешь... Не стоит даже применять своих усилий. Они сейчас все сами за меня сделают. Хотя на самом деле мне его проходить полностью и не нужно. Мне нужен только лишь один персонаж. Это Рокстеди. По-моему, только он. Я тебе даже сейчас точно не скажу, прокачан он у меня или нет. Но, по-моему, все-таки нет. Можно заглянуть, конечно, посмотреть. Давай мы, наверное, с тобой так и сделаем. Я хочу лично убедиться, нужен ли он мне или нет. А может быть, он мне не нужен, поэтому это испытание даже проходить с тобой не будем. Потому что незачем. Так, ну-ка. Тут муха. Значит так. Где у нас тот самый Рокстеди? Сейчас поищем. Угу. Так, это не тот. Да, друзья мои, нам он обязательно нужен, потому что надо прокачивать его до 5-й звезды. У него будет 55 ДНК. После того, как мы, конечно же, пройдем с тобой испытание. Так, а сейчас в данный момент у нас Саблезуб. Поехали. Как понимаешь, ребят, нам, опять же, здесь никаких не нужно усилий. Я просто ставлю автобой. И он их просто всех разрубает. Ну, 20 уровень. Против, извини меня, минималка у меня здесь 80-й. Это Донателло и Железноголовый. Кстати, как бы их поднять до 100 уровня? Хотелось бы, да, на самом деле. Но я думаю, что Супер Шреддера все-таки мы с тобой прокачаем до 80 уровня. Супер Шреддера, да? Ну, а там уже посмотрим. Там, наверное, будем как-то Кренга искать, я не знаю. Каким образом нам вообще его прокачивать. Я думаю, что ближайший турнир именно для него будет не совсем скоро. А по одной ДНК зарабатывать, ну ты сам знаешь, это можно целую вечность. Так, ну что, мы с тобой здесь прошли и, соответственно, двигаемся далее. Сейчас будет у нас третий эпизод. А Рокстеди у нас дается, по-моему, на 5-м эпизоде. Да нет, даже на 6-м, ребята, на 6-м эпизоде. Ну, поверь мне, с такими ребятами, которые у нас с тобой в колоде, в пачке, мы пройдем вообще, даже не заметив этого. Зато, знаешь что, вот сейчас мы отыграем с тобой, да? Вот это испытание. И оно уже нам, как говорится, не будет мозги компенсировать. Мы
как бы абстрагируемся от него, да, и будем выполнять что-то другое. А это будет у нас как бы лежать в зачетке, что мы с тобой прошли. И возвращаться уже к этому вопросу не будем. И тем более здесь даже фармить некого, понимаешь? Все, кто здесь даются, они у меня уже есть. Так, отлично, еще один поединок у нас прошел. Великолепно. И мы переходим на следующий. Это у нас будет 4-й эпизод. Так, Хан. На 4-м эпизоде нам дают ДНК на Арахзара. Поехали. Сегодня, кстати, друзья мои, мы попробуем поиграть, знаешь во что? Черепашки-ниндзя, безумные мутанты. Да, я хочу все-таки завалить Карайку. И там, кстати, выпал мне сегодня новый персонаж. Это Лотус. Я не знаю, чем Лотус отличается от Карайки. По-моему, две девчонки ниндзи. Не знаю, ребят, пишите в комментариях, в чем у них разница. А, и еще мне выпал Токко. Но это уже было давно, на самом деле, еще неделю назад, когда я опять же играл за кадром. В общем, сегодня мы попробуем пройти босса Карай, на который мы остановились с тобой в прошлой серии. Так, ну что, двигаемся с тобой дальше. Ага, эпизод 5. Тут у нас разыгрывается Бибоп. Да-да, тот самый Бибоп, который у нас прямая отсылка от Зека. Именно с тем же самым иракезом и с теми же самыми очками. Но почему-то он здесь худенький, да, согласись. Остальные бибопчики у нас почему-то жирные, действительно, как кабаны. А именно этот худой. Твич, упали. Так, здесь у нас кто? Ага, Рокзар и Саблезуб. Так, ушатываем. Какой там 55 уровень. Для нас это вообще, ребята, не проблема. Так, а там я вижу муха. И вот смотри, какой он здесь худой, да? Вообще худышка. Если его сравнить с остальными бибопчиками, это самый худой, по-моему. Но, ну и зачем ты это делаешь, Ронин? Зачем? Ладно, ребята, он выиграл, он победил. Он сделал месть, хотя мог бы просто рубануть и все. Нет, он надо было ему повыпендриваться. Ну, это же Усаги. Так, ну, а вот, друзья мои, и 6-й эпизод. Давай, поехали. Ставим с тобой автобой. Я также, ребята, очень уверен, что они здесь справятся. 4 волны. Давай тогда пройдем, наверное, с тобой полностью это испытание. Чего уже, как говорится, останавливаться на достигнутом. Интересно, а он сможет пройти весь вот этот вот эпизод на автобое? Как думаешь? Я думаю, что сможет. Вполне. Сейчас мы это с тобой проверим. Так, Усаги валит. Лео уничтожает. Двигаемся с тобой дальше. А здесь Рокзар, Хан. Ну и самураи вот эти вот. Почему-то начинает именно с самураев. Могли бы Рокзара на самом деле бомбануть. Так, Хана валя даже в первую очередь. А Рокзара оставляет почему-то на потом. Ладно, фиг с ним. Может быть, я хотел сказать, может быть, у Рафаэля какие-то свои счеты, но добил все-таки Усаги. Да сделай ты, Лео, одну вертушку, это будет достаточно, чтобы всех тут завалить. Не знаю, что-нибудь чудят здесь. Так, муха еще... Ага, я хотел сказать, муха еще жива. Ну вот, вот почему ты делаешь вертушку, когда остается последний персонаж? Я вот этого не пойму. Ее всегда нужно делать с самого начала, когда они все стоят толпой, а не когда он-то последний остается. Ну все, ребята, рокстеди мы с тобой получили. И переходим с тобой вот сюда, на 7-й эпизод, где у нас будет разыгрываться Шерхан. Я специально, кстати, не взял в эту команду Майки. Хотя... уклонение его здесь бы пригодилось бы. Ну и плюс хил. Но так как у нас имбовая команда, ну здесь в зоне риска только лишь две черепашки. Это Донателло и это Железноголовый. И да-да, его тоже можно, ребята, отнести к черепашкам. Потому что это, как тебе сказать, ну, железная черепашка, нельзя так скажем. Это проект Донателлы. Так, ну что, бомбим. Этого ушатываем. Ну и Маузера, естественно, тоже. Ну зачем ты вот применяешь сюрики свои? Да не пойму я, а? Вот этим иногда просто, ребята, раздражает этот автобой. Ничего себе, не смог завалить 70 и 75 уровни своими ракетами.
Опасочка, ребята, опасочка. Так, ну что, четвертая волна. Ну здесь ничего страшного, здесь Рокстеди и Бибоп. Так, доп защиту повесил, молодец. Ну зачем ты Маузер поджигать? Ой-ой-ой, ну что вы делаете, а? Так, берет провокацию, молодец, Рафаэль. Так, ответочку ему, на. Так, добиваем Бибопа. Ух ты, это зря ты сделал, парень. Так, бросает валун. И тоже зря. Убивай, а, нет, Рокстеди все-таки. Да, ребята, он вторую атаку делал бы только в том случае, если бы он начал ходить. При контратаке он атакует всего лишь один раз. Так, а здесь у нас, ну кто? Шредер, Муха, оу, вот это, вот сейчас вот молодец. Сейчас молодец, ты что сделал, вот массовую атаку? Все-таки послушал меня, да? Услышал мой гнев и стал делать при большом количестве врагов свою все-таки массовую атаку. Ну что, друзья мои, а мы с вами двигаемся дальше. Тигриный коготь у нас в кармане. И вот он, Шредер. Этот Шредер у нас, как вы знаете, у меня есть. Поэтому я особо, ребят, не переживаю. Ага, самурайчики у нас тут. Ну, погнали. 80 уровень, кстати, опасочка, ребята. Да-да-да, они сейчас будут, как всегда, бомбить самого слабого. Они взяли вот Донателло на прицел и сейчас будут... Смотри, что творят, а? Так, и это просто рядовые, ребята, мобы. Опасно будет, когда там пойдут уже действительно серьезные противники. Возможно, мне придется даже переключаться в ручной режим. Так, опять самураи, да? Так, вырубай, вырубай, вырубай этого хламона. Отлично. Рафаэль, а вот тебе надо было бы взять, конечно, провокацию, а не выпендриваться здесь. Так, ушатали. Так, и последний. Да чтоб тебе, ну зачем ты делаешь, ну Леонардо, ну господи, ну этот же удар бы нам сейчас с тобой пригодился. Ну нафига ты его потратил, еще так никчемно, а? И ребята в шоке, в шоке. Так, а этот делает месть, ладно, месть пригодится. Хилит. Эй, Муха, так, а этот провокацию берет, ладно. Вот она, ребята, опасность. Интересно, Леонардо соизволит хильнуть или нет? Как ты думаешь? Так, доп защиту повесил, молодец. Куда ты лезешь? Ну, Усаги, ну ты-то... Тоже от Леонардо далеко не ушел. Ему захотелось вот сделать... Вот, молодец, красавчик. С провокацией уже все нормуль. Я уже просто, ребята, переживаю за Донни. Лео не стал почему-то применять хил. Вот тут опасность, ребята. Здесь массовых атак очень много. Что они сейчас будут делать? Так, баф делает на этот Усаги, отлично. Причем с контратакой, все замечательно. Хил нужен мне, понимаешь? Мне нужно, чтобы хинули они. Так, ракетки, неплохо. Так, смотрим, 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 что здесь будет происходить. Ага, Рафаэлю досталось, а он ответку дает. Живи, живи, Раф. Так, неплохо, отлично. И остается лишь Рокстеди. Все, ребята. А, нет, 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 подожди, что это, я радуюсь. Все, у нас тут... Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну, молодец, Лео. Блин, я боюсь почему-то за Донателло, ребята. Промахивается. Ей-ей-ей-ей-ей. Ты смотри, что творит. Ух, ёклэмэне. Вот так вот, друзья мои, случается. Ты представляешь, а? Вырубил просто нафиг моего Донни. Я только хотел порадоваться, сказать, что да, мы с тобой проходим на автобой на 3 звездочки. Донателло слабак. Но, ребята, на самом деле он не слабак. Во всем виноват Леонардо. В чем? В том, что он не отхилил своего брата, и тот погиб от руки Шредера. Я не знаю, если, ребята, у нас будет с тобой возможность, я отомщу ему. Но это уже будет, наверное, в следующей серии. Да? А ты, кстати, пиши, хочешь, чтобы я отомстил или нет? Так, ребятушки, за кадром я пойду набивать осколки, да? Ну, а с вами мы будем прощаться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.